Отказ Михаила Мени дать интервью Свете Курицыной для программы НТВ вызвал широкий общественный резонанс. Большинство ивановцев поддержали решение главы региона. А вот сторонники новой теледивы на ситуацию отреагировали весьма агрессивно. На сайте фан-клуба Светы размещено обращение к губернатору. Политика обвиняют в том, что он не решает проблем области. Его главная цель – создание позитивного имиджа региона. Но пока в Ситцевом крае все в лучших традициях потемки. Деревни. Поклонники Светы, которые, видимо, лучше ивановского правительства разбираются в политике, предлагают губернатору освободить кресло руководителя Ивановской области. Человек, который не смотрит телепередачу, мы считаем, а потом что-то говорит, причем говорит какой-то бред, и называет Свету убогой, чем она не является, то есть хотя бы об этом надо молчать. То есть нормальные люди такое не говорят. Значит, вот даже если создают. То есть, и если вы прочитаете, что у нас написано на сайте, то есть мы достаточно четко все описали. У нас обвинение следует, что человек совершенно оторвался от народа, оторвался от реальной ситуации.